Поставлю нам. Да, сейчас. Недавно я на этом Козьем болоте видел уточек. Прямо заснял их на телефон. Так, там потасовка какая-то, собак идет. Ну что ж, мысли в порядок привел, можно и дальше погнать. Симпатично и характерный запах имеется. Но я думаю, вы поняли запах чего. Дважды 24, дважды 24. Как ни странно, вот эти вот места все, вот с такими вот, ну, болотцами, да, лужами большими, они мне напомнили Абакан детства. Я много очень времени провел в Абакане. Очень напоминает. Это, конечно, любые детские воспоминания, это хорошо. Все, что тебя к детству приводит, ты, по сути, даже где-то стремишься в эти воспоминания каким-то неведомым способом, но тебя туда тянет. Есть такой момент. Ой, в Абакане я много чего обошел. Я там в сумме был, наверное, более чем год. И вот подобные дворы, подобные, они, конечно, действительно были. Лебедева кумача.